тебе же показывают машина, садись. Слушай, ты больше куда ты пошел? Куда ты пошел? Остановись. А что, ты до этого видел? Ну да, нет. Может, сюда как-то пришел? Подошел. Что с вами случилось? Сядьте. Когда вы перестали видеть? Вот. Побили. Отель Альвин. Где побили? Что, в глаза били? Да. Вот скажи, можно выдержать? А кто вас бил? Привозит. А, на привозе. А здесь как оказались, на Пастера, Дворянская? Вот тоже, вот понимаешь, не говорит, что Вилик, он не видит ничего. Как он сюда пришел? Как вас зовут? Ваня. С привоза сюда. Как оказались здесь, на Дворянской, Пастера? Не помню. Ваня, вы нам сказали, что у вас болит сердце, когда мы подъехали. Теперь вы говорите, что вас били, вы не видите. Вы можете сориентироваться с вашим диагнозом? Сердце болит. Все. Все, уже сердце болит. Ну как с ним, что с ним делать? Мне? Вы сегодня употребляли? Нет. А если честно? Да, честно, нет. На запах же нет. Алкоголя есть. Алкоголь есть. Ваня, 100%. Я тебя по-человечески спрашиваю. Если болят глаза, это одна больница. Да. Если болит сердце, это другая больница. Если тебя били и болят глаза, это третья больница. Если, у тебя, если ты просто замерз и хочешь, чтобы мы тебя завезли греться спать, это еще одна больница. Да. Ты застрелась, что да? Ты хочешь, чтобы я тебя целый день катала? Что значит да? Как скажешь, так и будет. Как скажешь, как и будет. А что сказать? Что мы будем придумывать? А что? Это самое, торпиво не возьмет, видишь, все лицо облицованное у него. Вот раз, два. Да не знаю. Что, с глазами тоже непонятно какая-то. Саша решает. Что у вас с глазами? Едем на Ольгинскую. Пусть они отпишутся. Конечно. А что мы? Она сейчас его нигде не возьмет. Глаза. Едем сюда. Ты, а Ваня, ты до этого видел хорошо? Да. А когда перестал видеть? Минут 20 назад, когда. Ну, Ольгинская. Мы еще не все равно с Ольгинской. Да, сына побили его. Ты бомж? Да. Сиди аккуратно, только никуда не двигайся. У нас ту смену бомж, мы его посадили, у нас начал рыжкать, флаконы вынимать с ящика. Я слышу, что рудит, я поворачиваю, говорю, ты что делаешь? Мы тебя везем греться в больницу, а он флакон думает, что спирт там или что, флаконы прибирает. Можете вот посылать и рассказать, вот что произошло? И... Нас вызвали на Пастер-угол... Как это улица? Дворянская. Дворянская, да. Что мужчине плохо. Мы подъехали, он с закрытыми глазами сидит и просит нас вызвать ему скорую помощь. Он не понял, кто мы. Спросили, что случилось, болит сердце. Потом он начал говорить, что завезите погреться. Потом начал говорить, что побили. Все время путается. Ну, ему все равно что, лишь бы мы его куда-то увезли. Вот придумайте сами и везите куда хотите. Вот так вот он сказал. А скажите, вот в последнее время как вот с холодами, да, вот участились такие случаи? Да, мы их обязательно вечером завозим греться в терапию. Мы их на ночь не оставляем никого. Но тут проблема такая, что если он говорит, что его били, мы должны ехать снимать показания. Ну, снимайте зачем-то травму, исключите. Тогда только повезем греться, его терапия не возьмет. Если он чистый, нормальный, без травм, мы его везем в терапию, он там сидит, греется, их отдаем там переночевать, пока еще не открыли эти пункты обогрева. И все, и утром их обратно, они уходят себе по своим делам. Потому что они же все в основном пьют, поэтому они там находиться не могут долго. Ночь и уходить. А он вот постоянно, сейчас похолодало, и мы их возим греться. Okay. Во-первых, мы работаем в центре города, у нас таких случаев много, потому что это привоз, ЖД вокзал, медпункт ЖД вокзала, вот это все идет вот такой вот контингент. В спальных районах этого меньше, этого нету. И, ну, конечно, нет, не сказать, что его много, этого случая, нет. Все равно их меньше, чем нормальных вызовов. Но в большинстве случаев их они есть. Если там с глазами проблемы, мы завезем. А тут бывает, что мы просто идем, едем в конец другого города, для того, чтобы его завести спать. Греться где-то. Только поэтому.